Итак, всем привет. И, в общем, сегодня у нас, да, реакция, уже 10-й юбилейный выпуск, так сказать, моим реакциям. И сегодня я решил снять реакцию на канал N-Time с видео под названием «Как продолжение уничтожили FNAF. Мозгозрыв». Так, сразу подпишусь и поставлю лайк. В общем, мне этот ролик посоветовал один друг, поэтому, ну, почему бы и нет. Итак, видео длится 27 минут, около секунд. Поехали. Роман Вельщик. Очень добрый ютубер. Любит рисовать, делать разный контент и играть в игры. Ради донатов пойдет на все. Характер общительный. Не женат. Пока. Так. Дисклеймер. Это видео содержит контент, принадлежащий третьим лицам. По закону об авторском праве РФ, я имею право использовать воду автора, чем данное видео является. Я не присваиваю себе авторство над видео и аудиозаписями, изображениями и звуковыми эффектами. Я лишь являюсь автором всей картины в целом. Блокируя это видео, вы нарушаете мое право на свободу самовыражения и творчества. 2015 год был, наверное, пиком популярности франшизы FNAF. Именно тогда, да. После выхода топовой второй части и в ожидании третьей, народ... Почему ловушка Пружинкера так долго длится? Массово стал интересоваться этой игрой. Что-то в этой игре есть прикольное. О да, я помню, какой пик популярности просто был. Вот, все время искать на сайтах официальных какие-то секретные коды, там, секретные послания. Вот. Там, не знаю, вроде в третьей части вот это вот увидели имя Спрингтрап, и все начали гадать, а кто это, что это, зачем? В четвертой части уже нашли цифры 87 вроде, и сразу начали гадать, что это вроде связано с укусом 87. В общем, просто какой-то капец был. Первые две части ФНАФа обладали какой-то особой жуткой, но при этом привлекательной атмосферой. Почему какие-то куклы, животные пытаются нас убить? Почему мы каждый раз возвращаемся в этот офис, если с первого дня было понятно, что пора текать с города? Почему ты не проработал ночную смену? Текай с села. Ну, блин, кстати, вот. Когда я первый раз играл, ну, в первый FNAF, то у меня точно такие же вопросы были. Типа, почему аниматроники пытаются меня убить? Типа, что я им сделал там? Почему я постоянно к ним возвращаюсь, если с первой же ночи понятно, что, типа, все, надо валить отсюда. Но я каждый раз возвращаюсь, типа. Ну. Что за укус 87? Кто такой фиолетовый парень? Ну, про укус 87 и фиолетового парня я особо не интересовался. Почему он вообще фиолетовый? Болеете? Столько тайн, столько загадок. Наверное, этим и цеплял FNAF своей недоска и широким простором для теорий. Походу. О, да, времена Кула, Винди и... Ну, вот ее я вообще никогда не любил. А теории были самые разные. У Фредди на лице пятно в виде ладони, значит, он совершил укус. Гай — это фиолетовый человек. Вся игра — это кома укушенного мальчика. Ну, это вообще бред, конечно. Даже одноклассник, помню, рассказывал, что вот эта песня Living Tombstone. Это... Это самая крутая песня. Вот просто я обожал песни по FNAF. Вот эти вот. FNAF 1 Song. It's been so long. Просто... Это просто... Это просто рай для моих ушей, реально. Я в детстве просто обожал это слушать. Когда вот только пик популярности поднимался. Более безопасная версия оригинала. А оригинал был файлом смерти, и вообще, кто послушает, тот сдохнет. Затем вышли третья и четвертая части, которые достаточно красиво завершили всю эту историю. Ну, по итогу получилась захватывающая вселенная с цепляющей атмосферой. У кого-то эти игры вызывали интерес, у кого-то настоящий страх, а у кого-то и ненависть. Ну, куда ж без этого. Скотт Коутон своими играми поднял огромный резонанс. И это просто невероятно, ведь сделал он это все в одиночку. Сам написал код, сам нарисовал модели аниматроников. И это реально круто, когда ты можешь воплотить любую свою идею в своей собственной игре. Не, ну слушайте, то, что Скотт сделал все в одиночку, просто вот эти четыре части ФНАФа, это надо просто, не знаю, Нобелевскую премию дать. Просто Оскара. Давайте вернемся ко ФНАФ. И вот после четвертой части я перестал интересоваться ФНАФом, как и большинство людей. Ну да, по мне так, самым логичным, как по мне,
это закончить все на четвертой части. Просто, блин, даже Скотт Коутон как-то писал, что четвертая часть будет последней, типа. Так бы и оставался Фнафец на задворках истории, если бы 2020 год смачно не ударил нас. О, да. Про The Man Behind the Slot. Мало того, что эти мемы шикарны, так они еще и пробили на ностальгию. Окончательно меня добило вот это видео. Ностальгия. Я прям вдохновился, преисполнился ФНАФом и стало искренне интересно, а что по итогу вышло с историей? Ее разгадали, и мало ли, вдруг Скотт все-таки нарушил обещание и выпустил еще одну часть FNAF, но в которой бы прям все-все объяснил. Я обратился в интернет с таким вопросом. Что с FNAF-ом творится сейчас? В смысле FNAF 8? Что? А когда, кстати, ролик был? А, 2 года назад, тогда да. Ну просто, типа... Уже не FNAF 8, а FNAF 9. Зачем? Кому это надо? Непонятно. Ну ладно, кому нравится, пусть играет. Давайте посмотрим, что же выходило после четвертой части. Попытаемся разобраться в истории, ну и конечно же поугараем со всего этого запутанного трындеца. Сразу предупрежу, что видео создано для таких же обывателей, как и я, которые бросили FNAF примерно после четвертой части и сейчас вернулись. Хардкорным же фанатам, которые следили за франшизой все это время и им нынешний сюжет нравится, скажу только... Не кричай, не надо ругаться. Да, господа... Лихие продолжения по ФНАФу. Не знаю, ну я особо за ФНАФом не следил уже с четвертой части. Не, я в какие-то части поиграл, да, но... К ним интерес у меня, может... Ух, погнали! Начав подробнее изучать FNAF, я еще раз убедился, насколько же первые 4 части полны деталей. Газеты, элементы интерьера и, конечно же, телефонные звонки, из которых можно узнать 90% всей информации о мире игры. Ну просто да. На всякий случай напомню вам примерный сюжет, который люди смогли выудить из этих звонков и мини-игр. Пиццерия Фредди Фазбер была крайне популярна среди детей, а все потому, что там выступали аниматроники среди животных из популярного на тот момент мультсериала. Не совсем ясно. Ясно, правда, как такие страшилы могли нравиться детям, но давайте примем эту условность. Ой, еще был Чак и Чиз, поэтому, мне кажется, дети уже к этим аниматроникам привыкли. История берет начало во времена золотых аниматроников, которые можно было как носить, так и использовать обособленно, как, собственно, робот. Всего было 2 персонажа, Спринг Бонни и Фредбер. Данные костюмы были крайне небезопасны из-за плохих пружинных держателей, которые из-за малейшей влаги схлопывались и могли сломаться буквально от вашего дыхания. Нередки были случаи, когда пружины срывались и человека буквально перемалывало, как мясорубку. Это могло сильно это испугать больно. Детей и, конечно же, отпугнуть клиентов, а потому да. человека в костюме. Относили в специальные Серьезно? Комнаты, чтобы те подыхали без лишних глаз. Такие Пошел комнаты он. Были в каждой пиццерии. Они не отображались на камерах, о них не знала полиция, а простым работникам было запрещено туда заходить или же рассказывать о них. То есть да, специальная подыхальная комната. Угу. Блин, что ты сказать хотел, забыл. А, то что, ну монтаж прикольный, конечно, у этого челика-то. Отличная компания. Даже после таких ужасных случаев, компания не могла прекратить эксплуатацию костюмов, однако далее происходит укус 87. Толпа подростков засовывает голову маленького мальчика. Социальный эксперимент от Ракамакафо. Ракамакафо. Пасть золотого Фредбера. Слезы, лившиеся из его глаз, попали на пружинный механизм, и челюсть схлопнулась, откусив у ребенка лобную долю на глазах у всех посетителей. Вот так вот. Только после этого ужасного Был пацан, и нет пацана. Инцидента компания додумалась убрать эту древнюю технологию и заменила линейку золотых электроников в костюмах уже знакомой нам четверкой. О, да. Золотые же костюмы отправились как раз в эти секретные комнаты, дабы скрыть их от глаз людских и лишний раз не напоминать об инциденте. И тут в дело вступает фиолетовый человек, который периодически берет костюм Спринг Бонни, заманивает детей все в ту же секретную подыхальную комнату и там их убивает. Иронично.
Причем сами тела даже не покидают территорию пиццерии. Все трупы убийца прятал в корпуса новых на тот момент аниматроников, из-за чего вскоре от них начал раздаваться ужасный запах. И это именно те Олд или же Визарит аниматроники из FNAF 2. Вероятно, из-за того, что дети не были нормально похоронены, их души вселяются в аниматроников, и те начинают бродить по ночам. В какой-то момент фиолетовый человек замечает эту одержимость и крушит просто нафиг всех аниматроников, высвобождая души. Неупокоенные души детей начинают преследовать фиолетового человека. Тот, пытаясь от них спрятаться, залезает в уже знакомый ему костюм Спринг Бонни. Однако тупой. Из-за дрявой крыши в комнату начали капать капли дождя. Они попадают на пружины и... Он остался навсегда заточен в этом костюме, ну а души детей отправились в рай. Просто... Конец. И вся эта история построена не по теориям, не по догадкам. Нет теории, нет догадок. Все это было в игре. И согласитесь, это довольно интересная, лаконичная, а главное, реалистичная история. Да, это все еще история про привидения и страшных одержимых роботов, но в рамках данной вселенной эта история работала. В нее веришь. Я неспроста сейчас полностью ее рассказал, потому что с выходом каждой новой части эта история будет просто разрушаться и сыпаться. В октябре 2016 года выходит пятая часть, которая как бы и не совсем пятая, что-то вроде спин-оффа. В названии нет цифры 5, вместо нее красуется подзаголовок Sister Location. Однако к истории FNAF она непосредственно относится. Нет цифры 5, нет предъяв, как говорится. Концепция игры несколько отличается от предыдущих, да и от следующих тоже. Теперь мы не охранник. Мы шиха. Бегаем туда-сюда в каком-то бункере по вентиляции и ухаживаем за аниматрониками, кстати, о них. Ох, как же я люблю БТС. Вот они, слева направо. Фантайм Фредди, Фантайм Фокси, Баллора и главарь всей этой шайки-лейки Бэйби. У всех них можно заметить сегментированные лица, части которых могут двигаться по отдельности. Выглядит, конечно, страшно и все дела. Жесть. Но с какой целью вообще делались такие лица в детской пиццерии? Все дети тогда фанатили по хищнику или походу. Что? Кстати, посмотрите, что у них внутри. 3 метра медного кабеля. Если раньше внутренности аниматроников представляли из себя просто палку с глазами, на которую одевали костюм, то тут же все целиком забито металлическими трубками, которые тем самым создают мышцы. А сколько бюджет, наверное, это вбухали на все это? Это я просто боюсь представить. Это нифига не рационально по деньгам. Да и весить такие махины должны по тонну. Плюс ко всему, все они наделены высоким искусственным интеллектом. Почти все могут спокойно разговаривать, а та же Бэйби всегда считает детей в комнате. И если ребенок рядом с ней только один, активируется программа захвата и... И мне эта идея вообще не нравится. Да, раньше допускались теории, что Фиолетыч мог перепрограммировать какого-то одного аниматроника, чтобы тот мог напасть на ребенка. То есть это было как исключение из правил. Аниматроники изначально для убийств не предназначались. А в этой же игре целая линейка роботов заточена под это. В этой игре, кстати, впервые раскрывается имя Фиолетыча — Уильям Афтон. Также мы узнаем, что у него была дочь, Элизабет. Именно Уильям Афтон разработал этих убийственных аниматроников. Однако, на кое ему было убивать детей, непонятно. По сюжету тоже было трое детей, как я уже говорил, Элизабет и два пацана из четвертой части. Настоящий семейный парень, тебе что дети-то сделают? По иронии судьбы, его дочь стала первой жертвой Бэйби, из-за чего только что открывшийся ресторан с этими уникальными аниматрониками сразу же закрылся. И вот тут сразу огромные вопросы к таймлайну. Судя по тому, что в четвертой части Элизабет уже нет и ее комната пустует, убийство произошло где-то в 70-х, начале 80-х. И логика просто идет к черту. Типа, я что-то сам сейчас не понимаю, подождите, то есть Sister Location вышла, ну как бы, пиццерия Sister Location вышла до Спринг Бонни и Фредбера? Вот такие вот, можно сказать, современный вид махин вышло до старинных, где вот и носишь, и как аниматроник можешь использовать. Мой мозг сейчас взрывается, просто реальный мозговзрыв.
Я все еще мог поверить в существование данных высокоинтеллектуальных аниматроников, но где-то в будущем. Ну, да. Тут же получается, что эти стальные терминаторы с высоким ИИ были до механических костюмов на пружинках. Ну да ладно, что там по сюжету? Бедные аниматроники устали сидеть в бункере. Все их попытки сбежать были безуспешны. Они, значит, подумали-подумали и решили. Нету силы! Обманом Бэйби заставляет нас прийти в комнату, в которой обычно кромсают аниматроников. Ну и смерть. Тем временем эти аниматроники рвут себя на части, отрывают куски, и на самом деле круто это было только в клипе. Да. В общем, они, дабы сбежать все вместе, собираются в одного большого Вольтрона, которого назвали Эннард, и используют наше мертвое тело как костюм, и выходят из бункера. Пожалуй, оставим вопрос, как эта двухметровая Годза залезла в такую маленькую коробочку. Не буду спорить, ход реально неожиданный и интересный. Скотт еще в первой части думал о чем-то подобном. Тогда они, аниматроники, могут подумать, что ты пустой костюм, и они могут залезть в тебя. Только непонятно, к чему это. Как это вяжется с историей предыдущих частей? Задавался я этим вопросом, пока не посмотрел данную мини-игру. Это вот, типа, секретная мини-игра после прохождения Custom Night Sister Location. После каждого прохождения какого-то режима в Custom Night запускалась такая вот мини-игра, типа, где ты играешь за Эннарда, который залез в Майкла, и просто ходишь по улице, типа, от точки А до точки Б. Буквально фиолетовый, из-за того, что это просто оболочка человека со временем сгнила. Угу. Ага, то есть и все убийства совершались роботом. Вот тут уже реально, кстати, логика ломается, типа. Уильям Афтон был известен как фиолетовый парень, и он, типа, убивал детей. А в пятой части, значит, Майкл стал фиолетовым, и теперь вот, вот такая неразбериха теперь. С Эннардом, да? Угу. И Спрингтрап тогда получается, робот внутри робота. Ага. Но это еще не вся тупость, дальше будет только лучше. Фиолетовый сыгрывает аниматроников в канализацию, и теперь это, по сути, пустая оболочка. Ну типа да. Труп. Но внезапно... Хоба! Как? Что? Это грёбаный зомби во ФНАФе. Получается, тогда зомби убивал детей. И зомби попал в Спрингтрапа. Но откуда тогда кровь? Что за ужас тут творится? Почему идея с фиолетовым человеком работала раньше? Потому что за маской обычного работника пиццерии, ничем не примечательного, скрывался жестокий маньяк. Это не был гниющий зомбак или машина-убийца, нет. Маньяк, которых полно в реальной жизни. Это было приближено к реальности и оттого пугало. И это ж надо было умудриться слить такого интересного персонажа. Но погодите, в Sister Location есть секретная катсцена, где Майкл Афтон, сын Уильяма Афтона, как бы разговаривает со своим отцом. Говорит, сделал, значит, все, как ты просил, нашел всех, кого надо, и выпустил. И вот тут важный момент. Я должен был умереть, но не умер. И далее голос становится роботизированным. То есть, все, что нам показали в этой игре, случилось с сыном Уильяма Афтона. А фиолетовых людей фиолетовых... теперь двое. Да. Это чуть-чуть делает ситуацию лучше, но... Но все равно нет. У тебя был знаковый персонаж-злодей, которого ты всегда обозначал в виде фиолетового человека. На кой черт ты берешь тот же образ убийцы и делаешь из него совершенно другого персонажа, который уже и положительный? Это же дебилизм. Как мне тот кажется, еще. Такая путаница не была задумана изначально. И по первоначальной задумке Скотта Коутона, фиолетовый человек был один. И этот парень из мини-игры Уильям Афтон. Типа это он. Дело в том, что параллельно с пятой частью Скотт работал еще и над книгой. Да, там есть книга. На серебряные глаза. Частично канон. Там Уильям Афтон... Сейчас, это... Мне еще... Ну, как бы друг порекомендовал снять реакцию на вот этот, как продолжение уничтожили ФНАФ, и реакцию, как прочитать все книги и не сойти с ума от этого эндтайма. Если я сейчас тут, у меня мозг чуть ли не кипит от всего этого. Я боюсь представить, что будет с книгами. Фух.
Ладно. Описывался как худой человек. По книге. С стеклянными, будто механическими глазами, mm-hmm. странными телодвижениями, как будто он совсем не двигает мышцами. Затем, поняв, какую сюжетную дыру он сотворил, Скотт переделал сюжет под Майкла Афтона, породив этим ходом еще больше вопросов. На полном серьезе среди фанатов гуляет теория, что Майкл — это тот самый укушенный мальчик, которому батя сделал новое роботизированное тело. И... Чё? Чё за бред? И я ещё что-то гнал на теорию про то, что Грегори — это Крис. Ну вот этот плачущий пацан, то есть. Что? Это полный бред какой-то. Это просто ку-ку как... Короче, сам называется. Именно поэтому он не умер после того, как Эннард в него залез. Жизнь и приключения робота-матрона. Работа над шестой частью у Скаута Ковтона шла тяжело. Несколько раз он забрасывал проект, а у себя на странице в Стиме писал, что, ну, уже не придет делать ФНАФ, уже не хочется. Возможно, ему самому не нравилось, да. В какую клоаку он завел сюжет с пятой частью, однако в любом случае, да. Надо было закончить начатое и выпустить гранд-финал. Фредди Фазбер, пиццерия Симулейтер. Поначалу может показаться, что это очередной розыгрыш, ну, от да. Скотта, коими он уже грешил. Название, веселое оформление, геймплей поначалу как типичная стратежка из серии Алавар. А еще этот шикарный мишка, крутость которого зашкаливает. А. Закупать не хочет, выкинуть. В чем суть игры? Мы содержим свой ресторан, получаем с него прибыль, закупаем новых аниматроников и декораций, короче, ведем серьезные дела. Но, конечно же, куда нам без хоррорной составляющей? Что же нас будет пугать? Вот этот слон, бегемот или же оригинальный квартет аниматроников? Не-а. Нет, конечно. Все дело в том, что не удивительным так образом за нашей пиццерией на мусорке постоянно будут появляться раздолбанные аниматроники. И мы такие: о, двухметровый железный монстр! В дом, все в дом. И тут начинается настоящий геймплей. Опа. Маленький офис, никаких камер и куча вентиляций. Эпичнейший финал ФНАФа, в котором за нами будут охотиться. И... Молтон Фредди, Лефти, Скраб Бэйби. И Скраб Трап. Скраб Трап. Кто все эти люди? Так, давайте разбираться, кто есть кто. Погнали. Помните Эннарда, которого до этого срыгнули в канализацию? Молтон Фредди — это то, что от него осталось. Чё? Дело в том, что внутри Эннарда произошли беды с башкой. Бэйби не поделила что-то с остальными, и ее выжили с этой общаги. Ну она шо, дай бог не дура, сделала себе новое тело из мусора. Логично? Угу. Логично. Скраб-трап, это... Господи. Вильям, что они с тобой сделали? Нет, ну был же нормальный спринг-трап. Такой жутковатый, нормальный такой черт. Так ну... какого фига Скотт решил переделывать его под Джимми Нейтрон? Любитель ракет. Господи. Вот это, короче, Фредди, только черный. Угу. А еще там марионетка внутри сидит. Скотт прям молодец, таких персонажей подобрал. С такими только франшизу и завершаю. Но, конечно же, все не просто так. ФНАФ не был бы ФНАФом без секретной истории на фоне, которая хоть но... уже и подается тут совсем в лоб, но все еще... На... Бывший партнер Уильяма Афтона и по совместительству создатель всех аниматроников Генри хочет Генри изменить Эмилина. Ошибки прошлого и навсегда убрать с лица земли оставшихся аниматроников. Для этого он создает фейковую пиццерию и с помощью какого-то особого сигнала призывает последних система одержимых роботов. Пи... Собственно, поэтому они и появляются периодически на мусорке. Охранником он нанимает уже знакомого нам полутрупа, полукиборга, полупокера Майкла. Загнав всю эту банду в одно место, он запирает двери и устраивает... Опа. Пожар! Попутно рассказав, что марионетка его дочь. Генри также сгорает в пожаре, как и Майкл, и вроде как после этого все души, наконец, обрели покой. Уильям Афтон отправился в ад, а все остальные в рай. Да. Как это мило. Очень. Но не эти ли джентльмены убили как минимум четверых в предыдущей игре? Так-то одного да. Одного нашли мертвым в вентиляции, двоих повесили, а нашего главного героя расчленили. Чисто поступки для рая. Это была последняя сюжетная часть франшизы FNAF.
Если бы. Ощущается ли, что вся эта Санта-Барбара с внезапно появившимся Генри, роботом-сыном-зомби и спагетти-терминаторами имеет что-то общее с оригинальными четырьмя играми? А-а. Вообще нет. Не-а. Первые четыре части и так были самодостаточны. Историю не надо было заканчивать. Она уже была закончена. По сути, всей этой части и в помине бы не было, если бы не бредовая пятая часть, которая повернула FNAF в таком вот странном направлении и добавила этих бесполезных персонажей, которых же надо было как-то вывести из сюжета. Ну и вот вам FNAF 6, где их сжигают. Ну и до кучи добавим вот типа Спрингкрапа и типа Марионетку, а то два аниматроника как-то маловато. Надо еще бы. Очень слабенько для последней части. Если бы эта часть была последней. FNAF Ultimate Custom Night вышел в 2018 году. Здесь Скотт уже решил совсем не париться. Помните настройку вашей собственной ночи в старых играх? FNAF 7 — это одна такая большая настройка со всеми персонажами, что когда-либо были во франшизе. И это скучно. Для каждого аниматроника... Не, ну, в принципе, седьмая часть, вот эта Ultimate Custom Night, ну, в принципе, неплохо, в принципе, ну, мне, конечно, понравилось, но так, средне. Тоника, тут своя тактика, за кем-то нужно следить, на кого-то лучше не смотреть, а кому-то лучше дать взятку в размере 5 монет, чтобы отстал. Ну, как там с деньгами? Единственная проблема... Это все не страшно. И даже не из-за халтурно сделанных скримеров, делая которые Скотт, походу, просто брал модель и мышкой так... Ракомакафо. В целом, из-за отсутствия атмосферы ужаса и слишком нагруженного геймплея. Тут есть 50 аниматроников, и если их всех выставить на максимум, ваша клавиатура превратится в пианино, а на экране будет происходить какой-то араб фанни. И казалось бы, лайтовая игра без какого-либо смысла, но даже тут фанаты нашли скрытый сюжет, что это все кошмары Уильяма Афтона, его персональный ад. Со мной. Выставляй аниматроников как хочешь. Сколько будет там, какой уровень сложности, делай что хочешь. Как фанаты смогли найти там сюжет, вы объясните. Я не понимаю. Примерно через месяц после релиза этой игры, Скотт связывается с разработчиками из Steel Wool Studios с предложением ремейкнуть первую часть FNAF'а. Но теперь в виртуальной реальности. Результат так сильно понравился Скотту, что он такой... Петрович, рубай насос! И погнали. По итогу в игру были добавлены ремейки всех пяти частей. FNAF Help Wanted. У меня не было... И в принципе не прогонал. В принципе, восьмая часть в VR получилась, ну, не на шутку прям прикольной и страшной. Возможности протестировать это в VR. Однако множество критиков положительно отзываются об этой игре, называя ее одной из лучших в жанре хорроров виртуальной реальности. И это правда. Все это, конечно, круто. Если бы Скотт снова не добавил сюда сюжет! Да оказывается... Опять сюжет! Да сколько можно? Это не просто старый FNAF VR, а это хитрый план корпорации зла под названием Фредди Фазбер, чтобы замести следы. Мол, вокруг их ресторанов ходили всякие ужасные слухи, и некий инди-разработчик их оклеветал. Но это, конечно же, все неправда. Это и чтобы доказать это, компания Фредди Фазбер сделала данную VR-игру, в которой типа высмеивает слухи, потому что... Кого выбирает успех? Правильно. Кого? Кто может первым посмеяться над собой? А еще они нашли сгоревшего Спрингтрапа после шестой части, подключили его микросхему к компу, а тот бац! И в игру переселился. И теперь Уильям Афтон в образе упоротого зайца бегает по виртуальной реальности и хочет войти в ваше тело, чтобы выбраться через него в реальный мир. Нет, ну что этот Уильям Афтон за крепкий орешек? Перемололи пружинами в костюме, выжил, сожгли, выжил, еще раз сожгли, еще раз выжил. Только теперь как вирус в VR-игре. Да можно, да блин, если еще брать девятую часть, то он там в конце истинной концовки тоже умер. И почему-то мне кажется, что в последующих частях, ну если они будут, Спрингтрап все равно может выжить, как обычно. И уже в другом образе. Просто что-то с чем-то. Да сколько можно? А сколько нужно? В этом кроется главная проблема всех частей, что были после четвертой. Скотт пытается продолжать сюжет и двигаться дальше по таймлайну. Но по итогу это приводит к подобному бреду, где персонажи постоянно возрождаются и вводятся новые, еще более бесполезные. И даже новый FNAF 9, который не так давно анонсировали, тоже будет очередным продолжением с новыми персонажами в каком-то громадном торговом центре. И
Чё-то мне кажется, опять выйдет бред в стиле пятой части. На мой взгляд, лучшее решение для франшизы — вернуться к истокам. Не выдумывать эти глупые продолжения про очень умных роботов, которые с тобой разговаривают, а подробнее рассказать о событиях, происходивших в первых играх. Погрузить нас в ту историю и рассказать ее нормально, не посредством пиксельных мини-игр, а через диалоги, через персонажей. ФНАФу не нужны продолжения, ФНАФу нужен ребут. Согласен, просто вот. Нафига куча частей делать, чтобы сюжет продолжить? Можно просто что-то поконкретнее хочешь узнать? Ты загляни в предыдущие 4 части. Ну, не знаю, попробуй что-нибудь пофантазировать и что-то создать свое там. Под вот это вот лор. Просто капец. Вы спросите, то есть ты предлагаешь франшизе топтаться на месте? Ну, да. Главное, как это сделать. О, FNAF VCS. Это просто самое прекрасное, наверное, что было сделано. Просто. Первые части FNAF'а за счет своей атмосферы обладают невероятным потенциалом, что уже 100 раз доказали фанатские игры, фильмы, клипы. Да просто посмотрите на эти фанатские ролики в стиле вот реальных выступлений аниматроников с видеокассет. Это ж круто. Необычно, это по-настоящему жутко, а эффект Зловещей долины работает на полную. Один такой фанатский ролик атмосфернее всего, что делал Скотт за последние 5 лет. Вот другое видео, где Уильям Афтон звонит новому охраннику и в разговоре проскакивает момент, что по ночам пиццерию следует держать в холоде. Вы тратите все сбережения только на то, чтобы согреть ночных охранников? Ну, типа того. Мы должны держать всю пиццерию в холоде по ночам, чтобы экономить счета и тому подобное. Почему? Да чтобы тела внутри аниматроников не завонялись раньше времени. Это ж реально классная мысль, которая многое объясняет. Именно такие детали и делают FNAF. Дальше, всех зашел канал Squimpus McGrimpus. Там вообще чуть ли не сериал в таком стиле ВХС с сюжетом, основанным именно на оригинальных играх. После того, как ресторан будет вновь открыт, некоторые клиенты могут быть сбиты с толку новыми изменениями. Куда делись Фредбер и Спринг Бонни? Кто эти новые персонажи? В ситуациях, подобных этим, вот что вам следует отвечать. Фредбера не существует. Спринг Бонни не существует. Ничего ни с кем не происходило. Его не существует. Его не существует. Его не существует. О, жесть, у меня аж мурашки прошли по коже просто. Вот жутко. Знаю, как у вас. А у меня мурашки пошли по коже. Мне тоже. Новое видение ФНАФа, и как по мне, самым лучшим развитием для франшизы является кинематограф. Слухи о фильме по ФНАФу ходят еще со времен третьей части. Ведь это же отличная идея. Ну просто реально, типа, я просто видел какой-то фанатский фильм по ФНАФу. И это просто был шедевр тех времен. Просто, я реально уже, можно сказать, первой или третьей части ФНАФа жду хоть какой-нибудь оригинальный фильм. Ну, вроде как, уже планируют его сделать про Уильяма Афтона, типа, рассказать поподробнее. Но что на самом деле происходит, я не знаю. Может, его и не будет вообще. Только представьте, если бы нам рассказали подробную оригинальную историю про Укус 87, про серийного убийцу, и все это с реалистичными съемками аниматроников в этих видео на YouTube. Было бы прикольно. Да это был бы шедевр. Однако, что там на деле происходит с фильмом, доподлинно неизвестно. Может, его вообще не будет. Наверное. Ну а Скотт продолжит выпускать FNAF 9, FNAF 10, FNAF 11, FNAF 57, так и не понимая, за что люди полюбили оригинальные игры. Надеюсь, вам понравился данный разбор. Очень понравилось. И вы не сильно запутались. Так, 40 минут реакция вышла. Блин, ну прикольно, слушайте. Просто вы можете представить, что было бы, если бы все-таки сделали этот фильм. Просто какое головокружение, наверное, произошло. Просто сделать фильм с реалистичными аниматрониками. Не, ну есть уже какой-то там фильм с этими аниматрониками, но...
Вот если будет по ФНАФу, я вам отвечаю, я готов прям посмотреть его. Неважно, каким он будет, хорошим или плохим, я посмотрю его обязательно. Если он будет, конечно. Ну а на этом все. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить самые новые видео и новые стримы. Ну и также пишите в комментариях, про что бы мне еще снять видео или же постримить. Ну и можете присоединяться в мою группу в Телеграме, она также в описании есть ссылка. И на мои соцсети еще, там ВК, ну вот этот Телеграм еще. Ну а на этом все. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.